Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. И сегодня я расскажу вам, как пройти новый Фарзафон, который продлится с 10 по 16 ноября. Ну что, поехали! За первое испытание можно заработать 35 тысяч опыта. Чтобы это сделать, необходимо продемонстрировать технику скорость 20 раз. Достаточно просто покататься на последней передаче какое-то время. За второе испытание можно получить 3 призовых игры. Для этого вам понадобится автомобиль Ariel Atom 500. Чтобы выполнить это испытание, вам понадобится заработать 3 звезды за полицейский радар на мосту Surfers Paradise. Но находится он вот здесь. За третье испытание можно получить автомобиль Xbox Racing Ford Falcon. Его я покажу, как обычно, в конце. Но чтобы его получить, необходимо просто завершить чемпионат. Единственное условие – сделать это на экстремальной гоночной игрушке. Ну а за последнее испытание можно получить 90 тысяч кредитов. Нужно всего лишь выиграть гонку на автомобиле, который вы выиграли ранее. Ну а главный приз за этот Фарзафон для меня – это автомобиль Xbox Racing Ford Falcon. Ну а на этом все. Не забудь подписаться, чтобы не пропустить следующий Фарзафон. И поддержи лайком. Всем спасибо за просмотр и удачи с выполнением заданий.